На каких поверхностях обычно пишут масляными красками? Конечно, самая популярная поверхность – это холст, но для начинающих часто холст на подрамнике – это довольно пугающая вещь, которая стоит денег, и мы боимся его запортить. Поэтому вот вам варианты поверхностей, которые будут стоить очень дешево, и попачкать их будет не страшно. Самое простое – это бумага, как в данном случае. Но у нее есть один небольшой минус – она очень сильно впитывает краску. В принципе, после первого красочного слоя уже довольно комфортно работать маслом. Но у вас всегда есть вариант взять грунтовку, которая стоит довольно недорого и хватит ее надолго, и покрыть ей поверхность бумаги. Второй вариант – это бумага специальная для масла и акрила. Она гораздо меньше впитывает краску, и на ней комфортнее работать. Плюс очень часто на ней есть некая фактура, подобная холсту. Ну а также вы, конечно же, можете писать на любой поверхности, также предварительно загрунтовав ее грунтовкой, или даже без нее. Здесь самое главное – ваше желание побороть этот страх, начать наконец рисовать. Ну и, конечно, любую поверхность, на которой вы уже рисовали, вы также можете загрунтовать и еще раз на ней что-то нарисовать. А потом еще раз.